Привет всем! Сегодня у нас 18 мая. Стоит прекрасная солнечная погода. Мы на даче. Готовимся принимать гостей. Сегодня такой пикничок на природе будет. Будем кушать. Выпьем немного. Будет у нас очередная дегустация. Скажем так, часть 2. Дегустация тухлой селедки сюрстреминг. 6 декабря была дегустация номер 1. Мы были одни, как бы не с кем было разделить радость от опробованного, радость от дегустации. Вот сегодня приедут друзья, привезут еще банку селедки, другой производитель, говорят, более ядреная. Посмотрим. Сейчас у нас хоть и середина мая, рано стало тепло, вот все цветет, яблони цветут, все белое, красивое, хорошая темная погода, пчелки там трудятся, это груша, тоже маленькая, но вся в цветах, это слива, слива уже отцвела, вернее отцветает, тоже вся была в цвету, вишня отцвела. Скажем, цветов сейчас мало, тюльпаны были, они как бы неделю назад было все нормально тут. Все отцвело уже. Вот. Какое у нас сегодня меню? Ну, во-первых, гвоздь программы — это сюрстрёмин, селедка. Потом у нас будет, вот у меня приготовлено дрова, коптильню переносную поставлю, там красная рыба, лосось будет коптиться, и на гриле пожарим мясо, шашлыки, наверное. Я не знаю, что там Татьяна Владимировна приготовила. Вот. Ну и легкие закуски, там огурчики, помидорчики, все сезонное такое. Наверное, будет вкусно. Мы с вами поделимся своими впечатлениями. Так, ну что, ребята приехали. Процесс пошел. Уважаемый Юрий Иванович рыбу готовит. О. Это какая рыба? Салак или килька? Салака промаринованная солью с перцем, да? Вот соль, перец, приправа. Угу. Попробуем? Попробуем, конечно. А что ты высоко поднял? Там жар? Жарко? А, ну-ну-ну, теперь понял. Чтобы я сгорел. Да-да. Так, ну я посмотрю, у меня там коптильня. Процесс тоже пошел. Там у меня красная рыбина, порезанная. Посолено, только посолено, там, конечно, у меня никаких трав, перца, ничего такого нет. Вот переносная коптильная, сейчас идет процесс разогрева, только-только ее поставил. Вот, надо водички добавить чуть-чуть. Аппетитно хрустят дрова. Последние не отсвевшие тюльпаны. Так, так что меню у нас сегодня достаточно обильное, ассортимент большой, но и людей сегодня больше. И погода хорошая, аппетит лучше. Вот тут много тюльпанов, но тоже они уже все потрепанные. Это интересный сорт на розу, похож. Один какой-то тут затесался. Непонятно откуда. Птицы, наверное, занесли семена. Вот. Первая партия готова. Эту возьми. О, запах рыбы. Пахнет.
килка. И мухи чувствуют это тоже уже. Ой, мне же надо кружку. Так. Куда ты его? Зачем? Нехорошо пол поднимать. А что вы тут сидите как это? А ты куда пошла? Ну вот сегодня мы будем есть кетчуп. Да. Без этикетки. Хотел прорекламировать. Это, наверное, в ночную смену делают. Когда начальство не знает. Горчица под селедку. Огурцы, наверное, хорошо будут. Сыр, лук, картофель отварной. Сейчас мясо будем делать. Еще рыба не доделана. Короче, широкий выбор продуктов. Да не торопись, ты успеешь. Это оторви, чтобы не прилипало. И нафиг. Готово? Что следующее? Колбасок? Не знаю, мне все равно ничего. Так, у нас процесс идет полным ходом. Половина готова. Вот моя рыба, которую я скоптил, копченая. Жалко, что камера не передает запахи. Это просто вкусно. Там за окном Татьяна Владимировна жарит шашлык. Надо за ней следить, чтобы головешек не было. Пусть сама горела и ест. Вот. Сейчас покажу, что у нас тут под селедку. Водка русский стандарт. Не знаю, с чего начнем. Откуда-то взялся тут столичный доктор, антистресс. Не знаю, стоит ли с нее начинать. И вообще, я бы хотел вот это. Такайская паленка. Вот. Запотевшая. Ну, посмотрим, что скажет дядя Юра. Лучок с этим, с укропом свои. Ну, пойдем посмотрим, что они там делают. Без меня. Ну, вот, взял и спрятал все. Ну ладно, не открывай. Сейчас скажем, готовы они или нет. А что, готов? Пробовать надо. Угу. Огурцы консервовые. А что он мокрый? Попеет. А может открыть? Не а то он это, отсыреет, да? Угу. Нет, вообще нет. Не, ну пусть, а то он будет. Вот, процесс идет. Все в дыму. Через сколько у тебя будут шашлыки готовы? Оценивай. Я снимаю крышку. Давай. Ну, слушай, не очень горелая, пойдет. Кстати, снимай, там один кусок чуть-чуть, но видно жарко было. Или рано? Возьми кусок. Не, нормально. Нормально, пойдет. Да, давай. Потому что они... Слишком хорошо тоже не хранят. Не, ну просто это... Пережаренная хуже, чем недожаренная. Потому что так-то она готова. А что ты убираешь это? Да я сейчас уберу. Не, по одной. А куда? Чтобы не сгорели. Огня большого. Ну да. Логично. Ну-ка, давай, ставь сюда. Ну... Ладно, зато хорошо. Никаких забот. Я просто смотрю и наблюдаю. И готовы. Салаку пожарили. Я уже жду, не дождусь. Я сегодня завтрака ничего не ел. Специально жду этого момента. И не пил. О. А воду? Воду пил? А, ну воду, да. Слушай, а ты свой колбасин когда будешь ложить? Сейчас. Ну вот последние штрихи. Юрий Иванович жарил свою колбасу. Сейчас положит к шашлыку. О, соседи. Ну и тут лучок, рыба. Ну и все, как я показывал. Репчатый лук порезали.
смородина черная. Вита это этот молдавский производитель. Вот. Не хватает только селедки. Сюрстреминг. И чем мы ее будем запивать. Вернее, что мы будем селедкой закусывать. Хорошее настроение. Да. Ничего лишнего. Все как надо. Ну, сейчас ну, ответственный момент. Ты меня не забрызгай. Подожди, ну покажи, что за банка. Сделаем рекламу. Вот, Оскар Сюрстреминг. Вот это настоящая такая, да. 300 грамм. Тут, наверное, эти, не филе, как у нас было, а... Ты меня не забрызгай только. Ты специально мне в глаз прицеливаешься. Во, смотри-ка. Смотри. О, уже запах пошел. Хороший. Вода чистая, не бойся, с крана. Не с бочки. Где-то нюха пила. Знаешь, подваливаю, как. О, точно такой же запах был. Сейчас он такой, из-за того, что лето, жарко, он такой. О, мухи слетаться стали. Че ты там полоскаешь-то? Выполаскиваешь. О, тут смотри, с потрохами, там потрохов не было. Нет, надо промыть, я думаю. Так неинтересно, во. Сейчас будем кушать эту прекрасную... У меня ротку. Аппетит разыгрался. С голодухи, кстати, хорошо. Так. Так, куда я баночку поставлю пока? Вот сюда, в кадр. Ты будешь стоя или будешь сидя? Я стою. Ты так вот, далеко не уходи, вот так вот. Во. Давай. Потому что в прошлый раз ты далеко. Я сяду. Подержу. Я подержу. В прошлый раз ты... А, кстати, вот, решили все-таки эту венгерскую паленку. Такайскую. Не знаю, подходит она к селедке или не подходит. Мне кажется, к этой селедке вообще ничего не подходит. Далеко так, куда ты? Ближе, 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 ближе. Так. Вот так, не надо далеко. Сашка, иди садись сюда. И вот направляй. Вот так? Да. Окей. А что ты садись? Я буду слева. Ой, ты справа. О, знакомый запах. Знаешь, у меня сейчас такое чувство, как будто был я в каком-то ресторане, вот давно. И знаешь, пришел, ну, и пришел туда, вернулся через 20 лет. И там вот эта атмосфера, запахи те же самые, вкусы вот то же самое. А, она не чищенная. Да, у меня там хоть филе было. Нет, ну она вытащена. Внутренности. А может кто у нас есть? Что-то мне бутылку не открыть. Да ладно, а что мне ее теперь с костями жрать? Ну, да, а что? Не, я просто... А ножик надо. Вот ты, есть надо. Так. Кыш. Ладно, в рот бы не залезли. Оператор, не надо там смеяться так. Кто в рот? Ты про селедку? Да. Ну про муху, блин. Мне все полезно, что в рот полезло. И муха, ну, смотри, какая. За этим столом тут самое вкусное это селедка и вот это вот. Чем мы запиваем? Паленка. Положи мне картофан рукой. Рукой что-то. Да возьми рукой, что ты. Как маленький, кому-то, блин. Давай, две. Хорош. Нет, ты приготовился. Ну давай, пробуй, я буду второй. Ну а что? Ну что, Танюхе сразу двоих не снять? Ну хорошо. Вот, лук. Я еще огурец возьму. Юрке тоже дай огурец. Ой, на. А, сейчас луки занесу. Ты что, с праздником? Нет, я так разложился. Чем больше съешь, тем больше назад будет выходить. А я понюхаю. Нормально. Не, ну вкус у нее нормальный. Блин, она такая дряблая. У меня такое чувство, что она протухла, пока у тебя лежала. Ну да. До этого она была нормальная. А ты с потрохами ешь, да? Я потрохов вытащу. Блин, а я чуть не съел. До этого Татьяне оставим потрошки. Ты любишь икру? Кыш.
Слушай, давай ты вначале выпьем. Что ты? Давай. Очкую. Ну, будь здоров. Смотри, мух сколько трой. А кусок что не налил? Да ладно, потом. В рот цели. О! О! Так, ничего, виноградное. Представляешь? Костю тоже ешь? На. Кости тоже ешь? Да. Не могу говорить. Ты муху съел, на хлебе было. Серьезно? Не слушай, не пошутили. Да, слушай, ты берем, я же снимаю. Да. Мух-то не было, а вот как прилетели сразу. Знаешь, где вкусно. Что, думаешь, мухи глупые, что ли? Да. Сейчас тут соседям будет. Давай заканчивай с этой трапезой. Ты положи вон туда под забор. К помидорам. Зеленый лук тоже вкусный, там радостный. Не, ну расскажи свои ощущения. Чем пахнет? Какой вкус? Не. Ну такие особые какие-то нюансы. Вкусно, что мне как-то рассказывают. А то это. Ну, пахнет она. Как будто купил чуть просроченную селедку в банке. Помнишь, в советское время были? Ну да. Она немного отличается. Тогда тоже вздутые продавали сидя. И васи такие железные банки. Советов. Согласись со мной, что вот вначале вот первый вздох делаешь. Что-то да, что-то было стрёмное, а так. А потом я уже сейчас ем и, знаешь, даже как-то приятно. Не то что. Да. Как нормально рыба. Я тут говорю, селедку уже ем второй раз. И ты знаешь, вот прошло полгода почти перерыв, и у меня такое чувство, что мне в жизни что-то перестало хватать. Что-то не хватает. Да, этого самого. Да, пройдет еще какое-то время, я, наверное, третий раз ее захочу. Потому что, Танюк, а ты-то будешь? Нет. Анна. Слушайте, давайте за... Анна будет, да. Слушай, обычно... Я нет. Серьезно, вкусно. Да, у нее так... Нет. Блин. И мухи потом, пизделёв, потом, потом, да, она потом. Потом не будет. Там уже осталось. Нет, сейчас я даже... сниму, она не хочет, чтобы я снимала. Она потом попробует. Нет, я просто предлагаю. Да, а вы это как вы кушаете. А мы снимать не надо. Мух как на помойке. Помнишь, в детстве у нас помойки стояли возле подвала. Так это нормальное явление было. Мух там еще больше было. Мы там ели и в карты. Короче, так. Вот сейчас лето. Главное, зеленые все на вкус. Запах чувствуется очень хорошо. И запах такой нормальный. Не очень плохой. Ну, не такой же. Все, привыкаешь, как будто и ничем не пахнет. Да. Поэтому говорю. Поэтому я рекомендую. Все пробуйте, кушайте. Еще раз повторяюсь, на праздничный стол не советую. Гости могут разбежаться. Вот. И вон мухи. Какой праздничный стол с мухами. Тут мух. Какой праздничный стол без мух. Вот. А так нормально. Я честно говорю. Вот, будет возможность, я и третий раз поем. Будем иметь в виду. Да, да, да. Не, ну, а что ты думаешь? Я испугался, что ли? Нет. Ты видишь, какими я пить? Может, я просто голодный целый день? Не знаю. Интересно, у меня руки потом сколько будут вонять? Все? Не. Подожди ты. Успеешь. Чего? Надоело снимать. Это она кушать хочет. Мы тебе одну рыбину оставим. Ужас. Посмотри, сколько мух. Ты запах чувствуешь? Да вонь такая. Ветер в другую сторону.
Да. Лучше бы когда дождь был, ели бы. Я зимой ел, мух не было. Вороны карпали. Вороны карпали. Да я ем, правда. Мы ее открывали. Там просто мне как будто кулаком в нос дали. Я сейчас ем. Не знаю. Так ты уже привык. Мне, наверное, шашлык хуже пойдет, чем это. Вкусная. Какого сока мог взял? Они знают, где вкуснятина. Откуда сидит? На пакетах ни одной мухи. Мы, короче, сделали такой ход конем, что мух отсюда отвлечь. Мы пакет, в который лежала там сырая маринованная рыба, то есть она там подпахивала, мы ее в угол положили, и туда все мухи улетели. Сейчас мамку открыли, они обратно все назад. Не, ну так не честно. Вот. Это ужас. Ну что? Ну что, давай. Ну так, на нас двоих. Ну какой мы сделаем вывод? Подожди, дай-ка я налью. Что надо повторять это дело. Обязательно всем советую попробовать. Не, ну попробовать надо. Да. Потом мне... я тебе пару вопросов. Кто не пробовал, тот... Юрки. Она прямо такая отвратительная или нормально съедобная? А ты Юрки-то дали? Нормально. А, давайте налью. Красавчик. Вот. Мне противно есть? Нет. Нет. И мухам не противно. Вот, мухам не противно. Главное. Ты знаешь, удивительно, мне даже. Я мух ненавижу, а вот сейчас как-то ем. Я нисколько не напрягаю. Вот. Братья наши младшие. Какая погода вообще? Самое время вот сидеть, селедка это все, это в тему. Ну, блин, это люди подумают, что у нас на столе, посмотри, сколько. Ну да, мух больше, чем в туалете. Короче, вывод такой. Мы рекомендуем. Да. По пятибалльной системе 5. Да, даже без минуса 5. Да? На все вранье, что она невкусная, что она противная. Судя с каким вы аппетитом едите, да, но очень вкусная. Конечно, как селедка обыкновенная. Ну а ты что? Оставить вам шпан будешь? Я не... Ну да. Что, мы сейчас будем тут продолжать трапезу. Только остальное потом тут... перенесем. Красная рыба. Это все неинтересно. Вот это самое главное. Покупайте. Что это, не дешево? И мух, посмотри, сколько. Но вот так, держи банку. Того. Вот так. Вот. Подожди, хвостать несу. Да, неси все туда, пусть туда мухи летят. Ну, давайте. Ну пока еще не пока, потому что, может быть, дальше продолжим. Но селедки пока. Ну вот, наше празднование Дня Победы дошло до самого апофеоза, высшей точки. Шашлык почти весь съеден, рыба тоже. Отрыжки селедочной вонючей нету, это уже хорошо. Сейчас мы, кстати, эту рыбу будем пробовать. Вот. Все супер, говорю, вообще нормально. Так сегодня жизнь удалась, я даже не знаю, как себя еще порадовать. Татьяна Владимировна. А, покажу интересный момент. Народ не верит. Вот в этой, если помните, в этом тазике мы открывали банку с селедкой. И сюда слетели все мухи, они утонули. Вон там тонут. Я их спасать не собираюсь. И банку пустую от селедки мы положили. Так тут вообще, я не знаю, мух больше, чем пчел в улье. Вот. Зато у нас за столом ничего нету. Когда мы сидели, кстати, вот хотел комментарий такой сказать. Когда мы сидели, кушали селедку, вокруг... Столько мух было, я себя почувствовал, как во Вьетнаме на рыбном рынке. Точно. Хотя слетаются, я не знаю. Наверное, что тепло здесь.
Но не на черную смородину. Вот. Так что сегодня вечер удался. Вот. Вам всем тоже приятного аппетита, хорошего настроения, здоровья вам и всем вашим близким. Вот. Смотрите наше видео. Наслаждайтесь. Делитесь своим видео. С удовольствием посмотрю. Вот. Ну, счастливо. Не, яблони прекрасно. Вообще самое красивое время года. Время года, когда цветут яблони. Это просто красота. Все белое. Ну все. Счастливо.